какая у нас сегодня красивая погода. Снежок всю ночь шел. Так это хорошо присыпал. Сегодня, правда, обещается мороз сильный, несколько ночей под минус 20 и больше. Ой, ну посмотрим. Дороги чистенькие, в принципе, температура сейчас пока еще чуть-чуть плюса, но очень красиво. Сегодня, кстати, еще будет падать. Глубоковатый снежок, да, глубоковатый. Все, всем пока. Смотрите на эту красоту, любуйтесь.